Ну что, дамы и господа, ночь 23 февраля 2024 года, 3:15, и я сделал первую карточку на зоне. В общем, такие холдеры для аккумуляторов литионных. 66-160 аккумуляторы, такие большие. В общем, вот для такого холдера наконец-то сделал карточку. Ну, пару дней назад зарегался на самом Озоне Сейлерсе. И вот так это выглядит в личном кабинете. Штрих-код там сгенерировал. Сделал описание, добавил пару фото. Дата создания, готов. И так далее. В общем, буквально только что посмотрю, обновил, и они уже, ну, типа, готовы к продаже. То есть с первого раза заполнил, и все было чики-пуки. Давайте посмотрим, как это выглядит. Так, а что, мне Озон просто открывает, когда я нажимаю? Ага. Вот так он показывает. Смотрите, вот так будет выглядеть. Так, Atari. Адаптер для батареек. Такое вот стильное фото на подоконнике. Пару фоток сделал. Главное, что квадратные были, как я понял. И, в принципе, пойдет. Единственное, что здесь модель неправильная, нужно будет убрать. Потому что на моей модели уже дырок нету здесь. Вот. Так, цена. Нет о наличии, но цена понятна. Кстати, адрес пишет, который поближе. Рафаэль Хайтек назвал. Конечно же. Возврат. Ну не, возвраты мы делать не будем. Так, что-то там 20% написано. Блин, почему-то он не показывает цену. Цена у нас вот здесь скрывается. Короче, поставил пока такую цену, а то думаю, блин, мало ли кто закажет и будет невыгодно. Смотрите, короче, вот так оно показывает мне. А, значит, за доставку в районе 200 рубликов он возьмет. Так, давайте уберем эту шляпу. Ага, то есть вот такой вот он мне предлагает. Блин, дороговато. Дороговато. Ну, то есть почти 50%. Даже больше. Потому что, скорее всего, 400 рублей будет висеть цена за одну такую деталь, скажем так. Но лучше, наверное, комплектом продавать их. Все же. Пробовать. В общем, начало положено. Делаем магазин на зоне.